Тренер Александр Юрьевич Гущин готов прокомментировать этот матч. И если у вас возникнут вопросы, постараться на них ответить. Комментарий по сегодняшней игре. Ну, провели неплохой первый тайм. Провели 2-0. Два стандарта забили, были еще моменты. Немножко провалили начало второго тайма. Потом вроде наладилось, пошли моменты. Нужно было реализовывать их, и игра немножко успокоилась. А так «Волга» забила 2-1, и, как говорят, валидольная концовка получилась. Ну, самое главное, выиграли, 3 очка завоевали. Такой комментарий, коллеги, вопросы к тренеру гостей. А вы часто забиваете таких голов со стандарта? Это у вас на работу? Ну, вы знаете, вот не так часто, но, видать, здесь прорвало в Твери. Но мы, в принципе, изучали соперника. Одна из слабостей команды Тверь, ну, то, что они немножко позицию теряют, как при стандартах, так и при передаче с фланга. Ну, видите, сегодня это сыграло в нашу пользу. Во втором тайме впечатление создалось, что просто команда у вас устала, как-то играли в удержании счета или в чем причина? Нет, ну мы играли по счету, знали, что Волга-Тверь, играя дома, пойдет отыгрываться, появятся зоны, хотели сыграть на быстрых атаках. В принципе, получилось, только не довели до завершения, не забили гол. А так. Еще такой слух, если я не узнал, что слух это действительно, что «Спартак» может закрыться в этом сезоне или будет «Динамо» во втором дивизионе играть? Вы знаете, и честно, я даже не знаю. Наверное, слух, да. Если бы, например, это была информация правдивая. Наш друг сказал, Гурин Дмитрий. Кто? Дмитрий Гурин сказал. А он учился. Тоже этот слух слышал. Да. Просто это слух, да? Да, ну, конечно, слух. Да. Друзья, по футболу или поблагодарим гостей, поздравим с победой. Да?